Захар Артюнович Шулмян, профессор Высшего технического училища имени Баумана, удостоен сталинской премии за разработку теории станков-автоматов. На основе своей теории ученый создал серию машин, объединенных единым конструкторским замыслом. Эти станки отличаются высокой технической культурой. Сравните их с обычным автоматом. Какое сложное хитросплетение рычагов, реек, тяг и других передаточных механизмов. Станками Шулмяна управляет небольшой блок кулачков, набор дисков определенной формы. Вращаясь, каждый кулачок давит на свой толкатель. По цепочке стальных шариков, заключенных в трубку, это движение передается стальному пальцу, а тот, в свою очередь, подводит режущий инструмент к заготовке. Этот остроумный привод, изобретенный советским ученым, обеспечивает исключительную простоту и точность новых автоматов. Они предназначены для производства мельчайших деталей часов и других точных приборов. Кулачки поочередно выдвигают резцы вперед. С металла снимается стружка, немногим толще папиросной бумаги. Пятьдесят восемь секунд, и ось для точного прибора готова. А этот автомат налажен сейчас на обточку другой детали, баланса для часов Победы. Он производит за смену втрое больше деталей, чем швейцарский станок того же назначения. Автоматы профессора Шулмяна освобождают человека от кропотливого труда. Рабочий становится подлинным руководителем производственного процесса. Грузия – родина советского чая. С каждым годом увеличиваются плантации этой ценной культуры. Вечно зеленые чайные кусты живут долго, более 100 лет. С весны до поздней осени собирают с них нежные побеги. Из почки и первого листа приготовляют самые высокие сорта чая. Доктор сельскохозяйственных наук Ксения Ермолавна Бахтадзе 20 лет изучает жизнь чайных кустов, отбирает лучшие из них, проводит многочисленные опыты. Последовательница великого Мичурина, Ксения Ермолавна скрещивала растения с самыми противоположными свойствами. В своем питомнике ей удалось вырастить индийский чай, обычно у нас вымерзающий. У него нежные и крупные листья. Когда у всех индийских кустов распустились цветы, с них была собрана пыльца. Этой смесью впервые в мировой практике опылили цветы китайского чая, более стойкого к морозу. И растение откликнулось на смелый опыт. Из всего многообразия пыльцы оно само избрало наиболее подходящую. Так волею человека изменилась природа растения. Для развития положительных качеств сеянцев им были созданы хорошие условия питания. Молодое поколение послушно подчинялось своим воспитателям и приспосабливалось к местным условиям. Сейчас в Чакве уже зеленеют первые насаждения новых высококачественных сортов чая, грузинской первой и грузинской второй. Знатные люди, герои социалистического труда, приезжают порадоваться успехам Ксении Ермолавны и получить семена для закладки будущих плантаций. Молодые кусты в своем росте уже догнали старые, насчитывающие несколько десятков лет. Их урожайность очень высока, а большой размер листьев значительно облегчает сбор. Сталинская премия первой степени – заслуженная награда за долгий и плодотворный труд советского ученого. Thank you.
случайная неосторожность, и вещи испорчены. Универсальный клей BF поможет восстановить ее. Теперь даже через увеличительное стекло еле заметны линии склейки. Полученный шов прочен и не боится стирки в горячей воде. Вот склеенный изолятор. Его разбили вновь, но старый шов оказался прочнее самого материала. Чудесный клей стал незаменим при восстановлении археологических находок и ценных произведений искусства. Он создан группой советских химиков под руководством профессора Григория Семеновича Петрова. Их успеху предшествовали сотни лабораторных опытов и практических испытаний. Новое вещество обладает исключительной силой адгезии, то есть склеивающими и прилипающими свойствами. При испытании на разрыв металлические полоски рвутся, но не по месту склейки. Металл здесь оказался слабее клея. Медь, алюминий, кожа, пластмасса, дерево, сталь. БФ соединяет эти разнородные материалы в единое целое. Такой монолит не разрушается от ударов. Его можно обрабатывать на станках, придавать ему любую форму. Клей БФ открывает перед советскими конструкторами новые производственные возможности. Это важное изобретение отмечено сталинской премией. В тростниковых плавнях может скрываться злейший враг сельскохозяйственных растений. Его неустанно ищут советские биологи-разведчики. Они проникают в глухие безлюдные места, в самую гущу зарослей. Здесь откладывает в землю свои яички азиатская саранча. Весной в первой половине мая выходят на свет крошечные личинки. Через 1-2 минуты они уже могут прыгать и лазить. Вскоре целые урочища тростника густо покрываются мириадами насекомых. На обильных кормах они быстро растут. И все это время их челюсти непрерывно грызут, жуют. Недаром прожорливость саранчи вошла в поговорку. Когда на месте заросли остаются только голые подсыхающие стебли, саранча в поисках пищи направляется в сторону культурных посевов. Земля как бы кипит от движений ее несметных полчищ. Нужна огромная работа и особая удача, чтобы задержать саранчу канавой. Но чаще всего насекомые обходят такую ловушку. Они легко преодолевают любые естественные преграды, даже реки. Рыба поедает только незначительную часть этих армий. Саранча хороший пловец. Она свободно переправляется через широкие потоки и продолжает свое губительное шествие. Наконец наступает пора, когда у насекомых отрастают крылья, они взлетают, и тогда остановить их уже невозможно. В наше время это зло уничтожают в местах его зарождения при помощи авиации. Летчики, получив сведения разведки, истребляют саранчу в ее гнездовье, распыляя над плавнями сильнейшие яды. Через 2-3 часа личинки погибают. Ныне этот страшный бич земледельца не является угрозой для социалистических полей. В Советском Союзе уничтожены все основные саранчевые очаги.